Востребован, как знаете, не каждый, на дело важное и трудное этот час. Когда нам долг и совесть вдруг прикажут, на фронт отправиться, да там не спросят нас. Готовы ли за истину сражаться, хотя бы в стан противника ушли родные? Не кратковременно искать земное счастье, но преклониться к вечной благостыне. На пашне и на стройке ищет кто-то умение наших рук и ревности о деле. Или проходим скромно боком-боком, и с нераскаянным талантом мы осотлели. С нераскопанным. Быть нужным, быть востребованным – радость. Не только в зрелости, но в старости болящей. Труд, только труд христианина красит, что на спасение душ направлено, тем паче. Парализованные. И за вас переживаний много, тем более, когда духовные калеки. На благовестие им не обули ноги, так и сидят на сломанной телеге. Но Божья колесница запряжена на недохлой клячей, списанной конягой. Но страданиями раз был обожженный, такие рвутся в бой, где многие полягут. Они нужны при солнце и в пургу вести на пиршество крещальные одежды. Не нужно быть такого, не пожелая врагу, быть годным в старости, как и в молодости прежде. Все так же жду звонка и позывного, без меня не справиться, не сладить. Мне главное язык бы сохранить и ноги, нести евангельскую вечную усладу. На торжеще с утра я выставил себя. Ощупайте меня и разверните. Но если даже очи ослепят, за мной к жерновам придет мой вседержитель. 24 марта 2005 года.